Проверить работу сердца, объем легких, измерить рост и вес. Последний раз в центре здоровья Антон Артемьев был полгода назад. Рассказывает, однажды ощутил, что из-за сидячей работы самочувствие стало хуже. Решил обследоваться. Оказалось, у мужчины лишний вес и повышенный уровень холестерина. Сегодня Антон к здоровью относится внимательнее. Когда на лицо видишь результаты обследования, то становится немножко страшновато свое здоровье. И я сбросил вес 7 килограммов за полгода. Бросил вредную привычку. Центр здоровья, как структурное подразделение 4-й городской больницы, работает уже 7 лет. С этого года пациентов принимают в новом здании. Ежегодно здесь проходят обследования до 14 тысяч человек. Главная задача медиков – вовремя выявить у пациента предрасположенность к болезни. Сейчас будет хлопок, не пугайтесь. Так проверяют глазное давление. Если оно высокое, значит у пациента глаукома. Болезнь не имеет симптомов и потому ведет к слепоте. Врачи рекомендуют регулярно проверять глазное давление, при этом есть шанс спасти зрение. Как сказал врач мне, у меня все в порядке, глаукомы нет, в ближайшее время точно не ослепну. Пройти обследование в центре здоровья жители могут раз в год по полису обязательного медицинского страхования. Услуги медиков бесплатны. У нас работают специалисты высокой квалификации, проученные, получившие какие-то квалификационные обучения, специальные обучения. И я думаю, что мы создали, отремонтировав вот это здание, создали комфортные условия для работы не только сотрудников, но и пациентов. В центре здоровья при 4-й городской больнице пациентов принимают вне зависимости от места жительства. Тем, кому удобнее прийти в свою поликлинику, врачи рекомендуют проходить медосмотр ежегодно. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События.